Российское оружейное предприятие «Промтехнология» представляет. «Орсис». Высокоточные оружейные системы. В линейке «Орсис» представлены сразу несколько винтовок различного назначения. При создании винтовок «Орсис» использован новый подход к производству оружия. Винтовка сконструирована с участием инженеров, физиков и математиков. Инновационные технические решения, реализуемые в процессе изготовления высокоточных оружейных систем «Орсис», разработаны в собственном конструкторском бюро. В процессе производства для проверки боевых качеств винтовка передавалась в спецподразделения российских силовых ведомств. И дальнейшая доработка оружия велась с учетом замечаний профессиональных пользователей. Российскими стандартами качества предусмотрены специальные тесты, в числе которых проверка оружия в затрудненных условиях. Испытатели моделируют различные природные условия, в которых может оказаться оружие. В данном случае тропический ливень, сочетание потоков воды и водной пыли. Оружие должно показать безотказную работу в любых условиях эксплуатации. Это пылевая камера. Мельчайшая и густая пыль имитирует бури в пустыне. Песчаные гранулы настолько мелкие, что проникают даже в плотно подогнанные детали винтовки. Следующее испытание – мороз. Температура в морозильной камере – минус 50 градусов по Цельсию. Винтовка замораживается вместе с магазином и боеприпасами. Любые природные условия никак не должны отразиться на качестве стрельбы надежного оружия. Баллистические испытания проводятся в серии из 5 выстрелов по электронной мишени. Винтовки «Орсис» показывают результат ниже 0,5 угловой минуты. В мире столь высокоточных систем – единицы. Флагман «Орсис» – винтовка Т-5000, которая представлена в 3 калибрах, широко распространенных в специализированном снайперском оружии. Под патроны калибров 308 «Винчестер», 338 «Лапуа Магнум» и под патрон 300 «Винчестер Магнум». В зависимости от калибра, снайперская винтовка сохраняет дистанцию эффективного огня до 1,5 километра. Перед вами новая модификация знаменитой винтовки «Орсис Т-5000». Приклад складывается на правую сторону. Затыльник и щека приклада регулируются по высоте. Можно выбрать цевьё с планками Пикатинни. На продольно-скользящем поворотном затворе расположен трехпозиционный предохранитель. В обновленной модели установлен упор ствольной коробки шпоночного типа. На прикладе появилась сменная накладка с возможностью установки монопода. Обновление ложи, затворной группы и спускового механизма позволили улучшить эргономику винтовки, повысить ее адаптивность и надежность. Промышленное производство высокоточного и качественного нарезного оружия «Орсис» предъявляет исключительные требования к производственной базе. Завод «Промтехнология» оснащен самым современным оборудованием с числовым программным управлением для высокоточной металлообработки. Ствол является самым сложным в изготовлении компонентом высокоточного нарезного оружия. Для изготовления стволов винтовок «Орсис» используется только высококачественное сырье, нержавеющая ствольная сталь марки 416R и хромолибденовая сталь марки 4140. Однопроходное нарезание ствола производится на высокоточных станках с числовым программным управлением. Каждый ствол находится в обработке больше 2 часов. Монета, стоящая ребром на режущей части станка, показывает полное отсутствие вибрации. Однопроходное нарезание позволяет получать практически идеальную геометрию канала ствола без внутренних напряжений. Допуск на внутренний диаметр канала ствола не более 5 микрон. Изготовленные по этой технологии стволы эксперты признают произведением инженерного искусства, считая их одними из лучших в мире.